Итак, это, видимо, будет последняя сессия. $10, один билет. Мы не хотим найти ни бриллиант, ни корону, ни кольцо. Нас маленькие выигрыши не интересуют. Они нас не спасают. Хорошо. Что нас бы устроило здесь? Мультипликатор 50 и выигрыш 100 тысяч. 25, 9, 17, выигрышные номера 26 и 21. 8. Нет у нас такого. 4. Нет у нас такого. 29. Нет. 15. Нет. 6. Есть 26. 28. Нет. 3. Нет. 19. Нет. 13. Тоже нет. 11. Нет. 24. У нас есть 25 и 26. 21. О, будет $5, наверное. До номера 2. Чтоб не потерялся 21. Номер 12. И номер 18. То есть, в принципе, вот это вот оптимальный вариант для нормального выигрыша. Единственное совпадение. 4 миллиона внизу, и мы в порядке. Ну, скорее всего, конечно, будет $10. Ну, может, там 20. Смотрим, будут ли у нас крупные нули. Нет, у нас мелкие нули. И у нас $20, да? 21 и 21. $20. Чего не дать 200 тысяч? Чего не дать 200 миллионов? Ну, продолжаем тогда.